Так, ну что ж, всем привет, с вами снова DarkSpace96, Михаил. Это мой понедельничный подкаст, уже по счету, наверное, будет 21 моего игрового канала. Так, в общем, ну, посол будет, наверное, короткий, так событий по сути на моем канале было очень мало. Так, всегда, в общем-то, обычно я продолжаю свое прохождение, которое вот пока еще не завершил. Это как и Deus Ex Human Revolution продолжается, будет продолжаться, думаю. Так все-таки не знаю, когда я его завершу, наверное. Так ты, по-моему, начал уже проходить DLC за Missing Link. Так, что-то хотел включить там. Что-то врубить хотел. Сам пока продолжаю эту игру проходить. Так-то пока прохождение продолжается. Так-то пока основную игру я решил закончить и продолжить проходить в DLC за Missing Link, которая вот описывает события между тем, что произошло вот в этой 37-й серии, тем, что будет проходить дальше после нее. Пока решил вот так вот немножко дойти основной игры. Хотя можно было потом пройти после этой самой игры-то, Deus Ex Human Revolution, но решил так сделать. В плане сюжета это будет лучше, конечно, в плане сюжета. Хоть, конечно, там и какие-то разногласия есть в плане геймплея, в том же, то, что там он теряет все свои обмундирования, когда попадает в плен на корабле Bell Tower, ну и почему там не дают все сразу прокачать, как было вот в игре, с нами там куча улучшений было сделано. И все эти улучшения не смогу вернуть самой в этом DLC. Все же дают, достаточно мало практики дают, и можно прокачать штук половину, даже меньше половины чего того, что я прокачал в основном уже за игру основную. Так, также продолжается прохождение Dead Island, конечно же, понемногу буду выкладывать серии также этой игры. Так, что еще продолжается? Ну, думаю, Dead Island будет долго продолжаться, мне кажется. Ну, точно, на месяц растянется, точно игра большая. Достаточно большая, и квестов просто уйма дополнительных, основных. Ну, игра интересная, игра по сути увлекательная. Мне даже очень сильно понравилось, так что буду проходить большим удовольствием и не торопясь. Также продолжается Splinter Cell. На хардкорное прохождение. Ну, не знаю, сколько там продлится, она так-то небольшая, короткая, но... В зависимости от того, как я буду записывать, то возможно, не знаю, пока неизвестно, сколько она длится будет прохождение. Продолжается Call of Duty Modern Warfare 3 прохождение по одной миссии, не знаю, где-то, наверное, день буду выкладывать или... Ну, постараюсь, в общем, так, игра не короткая достаточно. Также продолжается Metro Last Light, вообще великолепная игрушка. Еще, наверное, самая лучшая из всех игр, которые пока я играл в этом году. Ни Dead Space 3, ни Crysis 3 меня не так не поразили, как эта игра. Игра во много раз лучше, чем оригинал, и думаю, заслуживает быть в тройке лучших в этом году пока что. Возможно, еще ее опередит Bioshock Infinite, в которой многие называют игру великолепно также, но пока в нее я не играл и называть это не могу пока отличной игрушкой. Metro Last Light просто великолепно в плане всего атмосферы, как и говорил в самом прохождении, графики, и экшен, и стелса, и сурвара хоррора, и сюжета, в общем-то всего. Просто отличная игра. DMC Devil May Cry, конечно, тоже нравится. Тоже, кажется, я прохожу. Также продолжает свое прохождение, точнее, летсплей. Игра тоже, по сути, хорошая, но... Для меня она на втором месте после метро. Пока что. Ну и пока что так будет, наверное, все-таки. Так, также продолжается Assassin's Creed 2. Думаю, тоже скоро, наверное, завершится прохождение, это мне так кажется. Продолжается... Что еще там? Spider-Man 3, конечно же, прохождение 100%. Resident Evil Revelations Let's Play. Тоже отличная игра, конечно. Жалко, что она не в этом году вышла. Для меня была бы она, наверное, на самом первом месте. Даже обходя Metro Last Light. Ну, потому что она все-таки в духе старых частей, просто великолепная в плане всего, мне кажется. И графика более-менее нормальная. Хотя, по сути, может, она и хуже, но... По-своему, неплохая вот. Лучше, чем на 3D платформе, которую игру изначально делали. На 3DS платформе. И в общем она весь сюжет подает неплохо, отлично просто.
Сам сюжет интересный достаточно и лучше, чем в предыдущих частях, мне кажется. Да и Resident Evil. Ну, в общем-то, все остальное, она великолепно. Не то, что экшен был, то, что был в шестой части Resident Evil. И, по-своему, даже хорошо, что вернули, решили сделать в духе старых частей Resident Evil эту игру. Чуть еще продолжается. Но завершил также на прошлой неделе прохождение Resident Evil 1 за компанию Zadjil. Полностью выложил. В скором времени, может, займусь компанию за Криса пройти. Вот так. Пока неизвестно, когда вот начну ее. Так-то пока начал прохождение новой, это Пенобра Истоки Зла. И думаю, ее пройду очень быстро, такая игра короткая для меня. То есть первый раз я проходил и долго, а вот сейчас думаю, пройду очень быстро. Вторую серию уже записал и обработал уже. И там уже, наверное, чуть не половину игры не прошел уже. Осталось только две или три серии записать, наверное, мне кажется. И все, прохождение будет готово. И там, наверное, возьмусь и за вторую часть Пенобры. При этом, наверное, буду скоро записывать и лайв эфиры, то есть мини-игра. На моем канале можно уже записывать в прямом эфире прохождение. То есть прямо сейчас вот включил на записи, например, трансляцию какую-нибудь записываю. И сейчас сразу же на YouTube выкладывается. И при этом сразу же ее и смотрят. Вот. В прямом эфире называется прохождение. Лайв эфиры. Таким образом смогу записывать, наверное, такие же прохождения. Вот. И думаю, запишу и Пенобру вторую в таком вот стиле лайф эфир. И Resident Evil 2 также сделаю. Ну и Амнезию тоже, наверное, мне кажется. Попробуем. Вот думаю, по-самому интересно. Может, хотя бы когда-нибудь попробовать ее там использовать кое-что другое. Камеру. Не знаю, попробовать что ли. Смотрел, многие записывают некоторые с помощью веб-камера прохождение. Интересно, да? Наверное. Так, эфир про PC, ну, это, конечно, Пенобру завершу, да, в ближайшем будущем. Буду проходить дальше Resident Evil 1, Пенобру 2, может, эфир про PC начну так же. Мне так кажется. Вот эти, кажется, прохождения, которые я, да, может, потом в будущем начну. У нас планет первый, наверное, тоже когда-нибудь. Просто скоро уходит третья часть. И Resident Evil 5 коопи с инфестом пройдем, наверное, где-то, не знаю, 15-го. Июня получится, возможно, начать. Ну, это даже невозможно, может, аж точно. Все-таки, да, хорошо, на это время я решил. Resident Evil 1, компания за Криса тоже скоро будет. Resident Evil 2, Mass Effect, конечно, 2 продолжу потом. DLC выкладывать также прохождение. Перси, Грид 2 обязательно пройду, игрушка, думаю. Люблю большие гонки. Особенно Need for Speed серию, да, и там Формула 1. Формула 1, F1 люблю. Надо бы поиграть в Грид 1, Крафт 2, да и 1 поиграть. Помню, как раз и демоверсию в первый Грид играл. Достаточно сложная была игрушка, то есть там было более реалистичное управление машиной. Не такая уж аркадка. Более такой, как симулятор. Совершенно была сложновата игра, планета. Управление машиной. Более реалистично выглядело. Так, ну, про Сэр Худ дополнение к Assassin's Creed 2 пройду. Deus Ex Machina также скоро выложу, наверное, сегодня, как раз первую серию. Вот так вот. Чё ещё? Ну, Resident Evil 6 будет, наверное, также постепенно понемногу выкладывать серии копии с Накаспайном. В общем-то, все, наверное. Остальные прохождения-то, это все прохождения, которые я сказал, буду продолжать выкладывать. Ну, когда, не знаю, может, когда-нибудь иногда выложу Sonic Riders, все-таки буду выкладывать тоже. У меня гора установлена. Ну, в общем-то, все, наверное. Все эти прохождения у меня вот эти вот пока также продолжаются. Какие-то завершил, одно прохождение завершил, одно новое начал. Другие прохождения также продолжаются в том же темпе, как обычно. Потихоньку. В общем-то, все, наверное. Ну и другие рубрики иногда буду выкладывать. Так что, в общем-то, больше ничего нового нету. Больше ничего. Так, ну все, в общем-то, на этом заканчивается понедельничный подкаст по номеру 21. С вами был DarkSpace 96, Михаил. Всем удачи, увидимся в новых прохождениях, ну и старых прохождениях других игровых видео на моем игровом канале DarkSpace 96. Всем удачи, до скорой встречи и пока.